Подозреваемую в похищении 9-летнего Андрея Ефимова посадили под домашний арест. Такую меру пресечения избрали в Малиновском суде. За несовершеннолетней круглосуточно будут присматривать полицейские. Застосовать до подозреваемой турку Сабарины Юрьевны за вызов захода воли домашнего ареста. Напомню, Андрей исчез в воскресенье, 5 ноября. По словам свидетелей, незнакомая женщина увела ребенка со двора. Искали сутки, а найти удалось лишь с помощью мобильного телефона мальчика. Гаджет похитительница пыталась продать. Я пришла, гуляла с племянницей, я увидела его, он сидел возле площадки. Взял его, он хотел со мной пойти погулять. Я пошла с ним, гуляла на Дерибасовске, потом пошла на привозику. Потом он начал плакать. Мы пошли с ним ко мне домой, там, у знакомой своей. Ну, подали ходатайство по поводу психиатрической экспертизы. Это 16-летняя девочка, завтра может делать то же самое с другим ребенком. И если она нездорова на голову, как говорит мама, ее тоже не особо здоровая, то это уже может быть с увечьями какими-то. Я бы не хотела, чтобы еще какая-то мать или семья пострадала от этой девушки. Я за то, чтобы все-таки было наказание, хотя бы колония в любом варианте. По словам родственников, ребенок чувствует себя хорошо, с ним работает психолог. Ну а я отмечу, что за содеянное подозреваемый грозит до 5 лет лишения свободы.